А, Герасимов, который с мужчинами ничего не смог сделать, переключился на женщин. Много этого верю, почему? Так не должно быть. Он тебя прикасался к девочке? Да. Но когда они против женщин пошли, а кто вас снимает? Вас никто не снимает. Вот как вы папку двигаете, вы также можете бронежилет подвинуть. Вы к женщине зачем физическую силу применили? Я ему много раз говорил, хватит, он не слушал. Сейчас он занимается фермерством под Калугой в деревне. Да, господин Булгаков. Вот так бы всегда. Ликер, сахар, напиток, общепит. Что еще будет? Игровые автоматы будут?